Приветствую космонавтов, с вами Ром. Сегодня будем играть на сервере Pubix.me в Acid Island. Я опять, ребята, поставил новые шейдеры Acid Island. Ну, короче, я думаю, если вы смотрите дисплей по кристаллису, то увидели, что это за шейдеры. Видите, тут так выглядит. Мне кажется, то, что они что-то, ну, немножко, не знаю, ошиблись, наверное, с настройкой шейдеров дефолтной, потому что, видите, снег очень черный. То есть тени, они очень такие, ну, блин, жесткие тени. Очень жесткие тени, скажем так. Он даже не... Подожди, он прозрачный, ё-моё. Я понял, смотрите, снег прозрачный, то есть... О, нифига себе. Ты видишь, сквозь снег видно сундук. Офигеть. Ну, короче, слишком выкручено все на максимум в шейдерах. То есть, видите, булыжник, он прям вообще дикий 3D-шний. Короче, ну, все прямо нам... Вот все, что можно, оно выкручено на максимум, прямо вот. Вот прям вообще по максимуму. Видите, вода тоже офигенная. Ну, у меня лед создается, потому что... Кстати, лед, видите, он обычный. Он не шейдерный такой, обычный лед. Ну да, видите, песок тоже. Вот очень круто текстурки выглядят, но, конечно, отражение сделать бы поменьше, да? Или как-то, ну, настроить их, что ли. И вообще были бы идеальные шейдеры. Давайте теперь я поставлю, ребята, старую версию и посмотрим различия. Вот старая версия шейдеров. То есть видим то, что тут четче стало все. Ну, тут просто отключилось сглаживание, наверное. Хотя, может, и не отключилось. Не отключилось. Ну, то просто, ну, как-то четче все стало, да. И тут размытие выключено у меня, потому что я выключал. И вода тут, видите, более такая, как вам сказать, ну, спокойная стала, что ли, я не знаю. Но тени жесткие на песке стали. Там были менее жесткие на песке тени. Ну, короче, там более плавно и более реалистично. Там мне нравится новая версия, опять же, больше, чем это. Единственное, что... Хотя, видите, там таких отражений не было. То есть, там были... другие отражения на этом кубике. Ну, то есть, 50 на 50, знаете, чем-то хороши эти шейдеры, чем-то хороши те. А, написали мне, ой, луна, смотрите, какая офигенная, вообще класс. И, кстати, это облака, это не картинка, это реальные 3D облака, ребята, реальные 3D. То есть, если можно тут летать, нельзя? А, нельзя, скорее всего, да. А, но, если подняться, то мы увидим, что это реально 3D облака. То есть, это реально не картинка. То есть, это не фейк. Это не фейк. А, вот. И мне написали то, что будет вайп тут. Вот. Поэтому я перешел перед вайпом как-то зайти, посмотреть. Видите, очень мало игроков. А, зайти как-то посмотреть, что как. То есть надо запечатлеть уже окончательно весь наш чудесный остров, какой он был, каким он стал. А, на каким он был, можете в первых выпусках посмотреть, каким он стал. Вот в этом выпуске. Вот видите то, что ну реально все очень круто выглядит. Мне нравится. То есть мы не все успели сделать, не все реализовать, но то, что мы успели реализовать, оно реально классно. Реально классно. 1986 уровень. Очень классно. Спасибо огромное тем ребятам, которые нам помогали, давали зачарование. А, кто-то давал железные блоки. Кто-то давал денежные чеки. Огромное спасибо. Видите, у нас куча железа теперь. Это с големов падает. Куча денег. То есть можно туда зайти, продать, и будет куча денег. То есть все на самом деле очень и очень классно. Если говорить о автоферме, то видите, у нас сколько арбузиков. Тоже у нас очень много сейчас тростника. Ну, можем эту ферму сделать просто больше гораздо, и там будет больше фармиться. Но пока что вот столько фармится у нас в этом месте. Вот так. Я считаю, конечно, что это, ну, это реально хороший результат. Прям вообще очень хороший результат, на мой взгляд. Блин, реально классно, вот реально офигенно. Смотрите, какой закат просто. Жесть. Да. Невероятно классно, ребят. Ну, это стоило того, реально. Стоило играть на этом сервере, потому что... Ну, капец, ну, очень круто, правда, вот, все очень круто, и смотрите, волны какие, ветерочек дует тут, блин, как-то классно, офигеть просто, очень крутой сервер, я надеюсь, побольше будет новых, интересных мини-режимов, а в этот режим мы уже поиграли, я не знаю, стоит ли, ну, если будет что-то новое, то мы можем заново начать его снимать, если будет что-то новое, интересное, потому что не хочется одно и то же снимать. Ну, напишите в комментариях, пожалуйста, как вам этот мини-режим. Мне он сверх понравился, это было что-то кардинально новое. Это как скайблок, только вода. Это, ну, это совсем по-другому, и дождь вас коцает поначалу. И это реально весело и интересно. Было бы еще круче, если бы нельзя было бы вот так вот шлем сделать, который вас спасал бы. Было бы интереснее, правда. Или он бы, допустим, быстро ломался, там. Приходилось реально тоннами эти шлемы крафтить. Ну... По-моему, вот
облегчание геймплея, то есть когда его делают легче, это все-таки такое, на самом деле. Лучше его делать сложнее и интереснее. То есть не просто сложнее, тупо, а чтобы это было интересно. Так вот этот элемент с дождем, с отниманием хп, когда у вас попадает дождь на Сетернете, это правда круто. Ну, это правда круто. Напишите, опять же, по этому мнению, по этому поводу свое мнение в комментариях. Я буду рад это реально услышать. А что внизу? Посмотрим, что внизу. Тут всякие ресы, опять же, удача. Короче, очень много всего крутого, на самом деле. Даже эффективность 4 нам бросили, ребят. Ну, получилось, по-моему, классно. Реально, сезон по Acid Island первый и очень и очень крутой. Жили мы тут с Тейлом, с нашим подписчиком, но нам еще другие подписчики помогали, поэтому это очень классно. Ютуберка мне не удалось тут получить, но... О, подписчики, нифига себе, в табе подписчики. Не удалось получить ютуберку, но опа, не... О, тайник, реально, помните, я говорил, что Тейл, возможно, тут тайник сделал? И он реально сделал, походу, да? Где-то тут должен быть тайник, но где? Офигеть. Прикинь, там реально куча алмазов. Ну, молодец, пасхалочку нашел. Офигеть, ребята, ё-моё. Я же вам говорил реально то, что стопудово Тейл что-то тут запрятал. Стопудово Тейл тут что-то запрятал. Внизу, наверное, ничего нет, но, в общем, вот, видите, пасхалочку нашли. Очень круто. Ютуберку не удалось получить, потому что там нужно 5000 подписчиков, но я не видел ютуберов тут, кроме Демастера, который только прорекламировал сервер и все. Больше, в принципе, не снимал. Вот, и такие дела, то есть... как раз челик про рекламу написал что-то одновременно. Это магия. Тут тоже тайничок, видим, такой. Ну, на самом деле, очень крутой сезон получился. Ну, мне понравилось. Я бы с радостью такие еще сезоны, ребят, запиливал. Только хотелось бы, чтобы больше ютуберов тут было, чтобы можно было быть с кем-нибудь поснимать. То это, так понимаете, чтобы хотя бы у них было, ну, хотя бы, ну, 2000 подписчиков. Ну, было бы реально круто, потому что, ну, коллаборация, это же очень круто. Вот, но, к сожалению, не нашел я тут таких вообще, нету ютуберов в табе. Никто не хочет, видимо, потому что вот так. Потому что ютуберы все хотят, наверное, денег. Вот, а Кубикс Мини платит им, вот так. Ну, такие дела, ребят. Даже не знаю, что больше делать, скоро вайп, поэтому, наверное, что-то делать бессмысленно. Поэтому просто наследимся видами офигенными, на самом-то деле, и все, я думаю, на этом уже можно заканчивать. Огромное спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии, за то, что вы подписывались на канал с этого летсплея. Не с этого, неважно, в общем, огромное спасибо, ребят. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи. Пока-пока.